Свою готовность к труду и обороне могли доказать жители Московской области в единый день сдачи ГТО. Активно к спортивному фестивалю присоединились и в Щелковском районе. Тестирование по нормативам прошло в универсальном спорткомплексе Подмосковья. На торжественной церемонии открытия золотые знаки вручили жителям, выполнившим нормативы на отлично. В этот прекрасный субботний праздничный день мы, конечно же, хотим сказать, что такие фестивали в Московской области, я не побоюсь сказать этого, мы начинали первыми, поэтому вы все прекрасно помните, что центр тестирования ГТО в прошлом году наш центр занял первое место в Российской Федерации, поэтому мы эту традицию продолжаем. ГТО в сегодняшний современный момент – это символ здорового общества. Чтобы доказать свою готовность к труду и обороне, участникам предстояло сдать несколько дисциплин. Подтягивание, упражнения на пресс, отжимания, прыжки в длину с места, бег на 30 метров для самых юных участников метания мяча. Также желающие могли испытать себя в гиревом спорте и даже стрельбе из электронного оружия. Для спортивного фестиваля была выбрана самая подходящая дата – Всемирный день здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Собственно, поэтому сотрудники администрации в полном составе принимают участие в таком замечательном мероприятии, как день сдачи норматива ГТО. Именно в здоровом коллективе могут образовываться новые идеи, новые веяния, что также необходимо в нашей работе. Участие в спортивном фестивале приняли более 200 человек. По сравнению с 2000 в прошлом апреле цифра кажется скромной. Однако в 2017-м сдача нормативов ГТО продолжалась в течение всего года, и порядка 6000 жителей успели испытать свои силы. Три раза в неделю каждый житель Щелковского муниципального района и гости Щелковского муниципального района могут выполнить нормативы ГТО. Что для этого необходимо? Для этого необходимо быть старше 6 лет. Для этого необходимо иметь справку от врача, который позволяет выполнять нормы ГТО. В спорткомплекс жители района приходили целыми семьями, участвовали и молодежь, и старшее поколение. Для кого-то сдача нормативов ГТО – это просто еще один повод поддержать здоровый образ жизни. Ну а для старшеклассников Щелковского района заветный золотой значок – настоящая мотивация. Ведь он дает преимущество при поступлении в вузы. Нормативы ГТО очень важны при поступлении, и, в общем, надо знать, на что ты способен. Тем, кто пропустил единый день сдачи нормативов, расстраиваться не стоит. В любое время можно подать заявку в центр тестирования ГТО, расположенный в УСК Подмосковье, и доказать свою готовность к труду и обороне. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».